Вот и Витя. Привет, Витя. О, Витя, что? Все уже? Да, это слабовато. А я думал, ты этих будешь кормить. Не, подожди, сбрасывай, тут потом директор положит. Ясно. Пойдем туда-туда. Здесь не будете кормить, да? Нет, я там кормлю. Так, ну вот, друзья. Снять кормление прайда Олежки не получилось, потому что в комментариях просили. Пойдем тогда снимать прайд Чука. Пойдем, сыночек, вперед смотри, пожалуйста. Да, в сентябре даже лучше, мне больше нравится. Не холодно, но уже не жарко. И львы более активные. Львичка, он лежит, но она под кустом. Ну, слышите, люди уже отличают, где Клава, где кто. Ну, только начинают выходить. Да, пройдем. Там посмотрим. Ну чего ты испугался? Куда пойдем? Да, мяса много лежит. А львов мало. Смотрим с этой стороны. Так, ну чип как штык. Накормление уже. Гек не спеша так идет. Не знаю, где она. Слушай, она прям как синее море. Синее-синее. Она с той стороны. Она с той стороны, вон она к льву подходит. На лев сидит. Я думала, что с той стороны сидит в углу. Да, да. А что кого-то? Это Юра, да? Юра, привет. Не хватает тебя тут. Сказали, тебя не хватает. Ой, слушай, а тут такие рыбы. Да. Вам не хватит вот таких. По полметра. Да. Что там, мы их пока больше увидели, правда? Да. Вот сейчас смотрим, какой то. Извиняюсь. Ой, я... Так, друзья. О, сейчас будет прикольно. На этой стороне мяса много. О, какие кусочки шикарные. Удивительно, но и ворон нету. В прошлом году, помню, в это время они караулили целыми стаями. Видно, уже и вороны объелись. Когда ты, когда приходит, как и сбойный.
мешок. Так, друзья, вот ищу, как пробраться на ту сторону, и все занято. А? Так. Чип разобрался с одним куском, за другим пошел. Так, что-то никакой кусочек больше чипа не соблазнил. Чип потопал на львиный пляж. А вот и гек наелся, тоже уходит. Ян, пойдем. А Чук не пришел. Чук сейчас весь в любви. Мыльные шарики. В общем, сегодня самая голодная эта львица.
Вот так, завтрак закончился. Вон сколько мяса осталось невостребованным. Вот такой сегодня львиный завтрак был.